13 лет сеть семейных ресторанов «Пиццефабрика» принимает гостей. Сейчас это сильный вологодский бренд, который масштабировался в 28 городов страны. Главная задача компании – повышение уровня ресторанного сервиса в регионах и рост квалификации своих сотрудников. В честь праздника для работников компании со всей России открылся масштабный фестиваль «Пицца-фест». Дарья Ващук продолжит. Природа и палаточный лагерь. На загородной территории Ярославской области компания «Пиццефабрика» организовала фестиваль для своих сотрудников. Привыкла жить одним тобой, одним тобой. Повара, официанты, курьеры, 400 участников из 28 городов России повышают квалификацию, обмениваются лучшими практиками и наслаждаются отдыхом. Я здесь уже второй раз. Это замечательное тусовочное место, прекрасный вариант для обучения, для персонала. Ну и в принципе, отдыхаем. Познакомиться с ребятами из других предприятий, как-то наладить дружеский контакт, провести приятное время. С каждым годом компания становится более профессиональной. Приоритетной задачей «Пиццефабрики» – повышение уровня сервиса и вклад в имидж профессии. Поэтому для участников фестиваля читают лекцию ведущие бизнес-тренеры ресторанной индустрии и проводятся конкурсы профмастерства. Собрались лучшие. Вот, это заряжает людей. В следующем году будут подключаться спонсоры, и оно увеличится значительно, станет больше в масштабах. Но в целом, если честно, проект не коммерческий, проект для того, чтобы поддержать наш, так скажем, костяк в каждом городе наших официантов, поваров, да всех, программистов, у нас очень мощный штат. Вот, то есть это все сделано именно для наших сотрудников. Вот, как бы все для них. «Пиццафест» проводится уже второй раз для лучших сотрудников семейных ресторанов «Пиццефабрика», тех, кто ежедневно создают качество бренда. Дарья Ващук, Андрей Шалари, «Вести», Вологодская область.